Как это красиво выглядит, пацаны! Просто вот почувствовать Underground 1, Underground 2, все в этом прямо сейчас, в этом ночном городе, прямо здесь сконцентрировалось. Че, опять это так с тобой угорает? Сейчас оценим. Ха-хай, дорогие друзья, всем здорова, с вами по-прежнему Такс, Альфа и Дизари, и мы сегодня играем в The Crew 2. Сегодня мы решили вспомнить старые добрые времена, это у нас NFS Underground 2, Форсаж и многие другие культовые фильмы. В общем, мода автомобилей до 2006 года. Здорово, пацаны, здорово, зрители. Йоу, друзья, всем привет. Хей, йоу, броу. Что, господи, почему ты поздоровался приветствием Максима? Короче, сегодня у нас гонка будет отсюда до Сиэтла, вот до сюда, до вот этой вот баржи замечательной. Кто первый приезжает, тот, собственно говоря, и забирает лавры победителя. Мы, в свою очередь, ставим ставки с вами в комментариях, какая из этих машин вам больше нравится, это раз, и какая приедет первой. Ну что, готовы? На счет три. Зрительские симпатии, это важно, пацаны, так что пишите обязательно. Давайте встанем. Встанем, давайте. Раз. Ставки на 1xbet будут, пацаны? Не будет. Давай, раз. Два. Три, погнали! Я что-то как-то странно встал. Ладно. Я немного фальш-стартанул, как мне кажется, но может быть это все дело в задержке Дискорда. Нормально! Но, нормально! Тем не менее... Машина... Давай. Я бы на маслкар не поворачивает. О, олени на дороге! Давай, аккуратно, блядь! Офигеть! Олени! Он нас оленями назвал, слышишь, давай догоним его. Пацаны, фура! Че, никто не врезался в фуру? Да, никто не врезался. Так, меня Дизари обгоняет. Ага, ты решил меня бортануть, я понял. Ай, да, давай сейчас. Ай, попугай! Ай! Больно же! У меня машина неповоротливая, извини, пацаны. Альфа, ты что, за рулем, получается, пьешь, бухаешь? Ну, что делать, надо же иногда расслабляться, а то целыми днями снимаешь ролики. У тебя можно как по жизни, я не знал даже, слушай, но... Я могу только лишь позвонить Гайрам и сказать твой госномер автомобиля. А, Дизари, ты собираешься гонять? Вы что делаете, пацаны? Блин! Пока я лёг, а у нас тачки, на самом деле, я бы сказал, наравне едут достаточно. Согласен, да, нормальная тема. Нормальная тема. Сейчас я вас обгоню обратно, пацаны, заберу свою позицию. Давай, обгоню. Вау! Не врезался, что ли? О, отлично. Лови! Вы объезжаете просто ботов как можете. Да, фак! Столкните друг друга, пацаны, столкните! Нет, брат, нет, давайте же, давай пакетами. Давай, это... Альфа, не гони так сильно, мы, походу, Лёху забыли там где-то. У нас вообще-то гонка, пацаны, о чем речь? Блин, я врезался. Давай, фура, брат, фура, догоняй. Фура! Он тут. Я в фуру врезался, твою мать! Да! Мама, тут лисы бегут в лесу, а тут лес-то у нас густонаселенный, слушайте. Может, ну, Альфа, отдадим смотри, обратно туда? Брат, мне надо отдать, я волосами зарос, как раз нужно туда же отправляться. В лесной детдом отдадим его. Лесной детдом. Где там? В лесную чащу, можно сказать, и все, мне бы хватило. Ну, у вас, пацаны, как мне кажется, что-то пободрее машины, или вы, может, гоняетесь получше чуточек. У меня Альфа обогоняет, ну ты просто фуры врезаешься постоянно. Ну, я один раз врезался в фуру, ты о чем вообще? Альфа вообще там остановился. Смотри, есть... Бургер Кинг! А, это Бест, Корона, ну, блин, скромное название. Брат, ты что, перепутал ролик Портнягина с этим? Так, у нас здесь сейчас у каждого свои дороги, пацаны. Кто первый доезжает? Да, пацаны, мы, короче, в город выезжаем уже, все, да, каждый по своей дороге, в этом и вся смысл. Весь смысл гонки в этом, короче, я заикаюсь. Вся смысл этой гонки. Дайте мне курсы по русскому языку, ударьте меня словарем, ну да. Это жестоко. Ой, фотографии, меня фотографируют все. Мне тоже сфоткали все, нам полиция идут. Я врезался, черт! Давай, жми, пожалуйста, братишка. Альфа, ты за мной ехал, что ли? Я не знаю, вроде да, наверное, нет. Наверное, блин, мне вся тачка просто... По прямой еду, пацаны, как у вас успехи? Брат, у меня легенда 6 дали мне почему-то, и еще что-то я развернулся куда-то, еду легенда прямо. 35, пацаны, как дела? Давай. 1 километр остался мне, 1 километр, вы где? А-а-а! Так, я подсекаю вас, обрезаю дорогу. Обрезаешь? Слушай, все шансы у меня. Реально все шансы у меня. Леха, я прямо вижу эту цель. Леха, назад, давай. Тихо. Я прямо за Леха еду, черт, я сзади Лехи. Офигеть, не, я уже минус я. Минус я не подъеду. Где заезд? Где заезд, пацаны? Леха, где заезд? Я не знаю. Заезд! Проехал! Заезд где? У меня есть шанс, Леха пропустил заезд, поэтому... Возможно... В смысле, я его пропустил, его тут нету. Вот, я заехал в порт! Серьезно, в порт заехал? Да, я в порт заехал! Серьезно? Вот эта баржа! Я на ней! Дай! Ты серьезно? Там не было заезда, я первый приехал! Неправда, ты, короче, пропустил заезд, и я победил! Твою мать, а! А, в смысле? Тут заезд есть. Где заезд? Покажите мне заезд, я не стою... Там КПП! У меня был маршрут, короче, и он показывал, что да, есть там КПП. Иди сюда, вот сюда надо, иди сюда ко мне. Заезд иди тут. Там засунься. Он здесь был, а почему он мне маршрут? Вот а сейчас нормально показывает.
А сейчас нормально показывают, сука. А показывал ненормально. А может и так. А может я проехал. Игра хотела, чтобы я выиграл. Офигеть, тут реально был заезд. Ну вот она баржа, куда мы ставили маршрут. В общем, мы переходим к следующей гонке. Все на этих же тачках. Попробуем дальше погоняться. Погнали. Ну что, сегодня у нас еще одна гоночка будет, и она у нас будет отсюда, вот так вот по этому городу, по замечательному, и потом по прямой погоним мы с вами, и там у нас завершается. Че, пацаны, готовы? 6,5 километров, да, в принципе. Погнали, между прочим, да, на счет 3. Кто отдает отсчет? Давай я дам. 2, 3, погнали! Каждый по одному, нифига, вас подхватили, да? Кооперативно, да, кооперативно. Сначала у нас идет гонка по грязи. Зайца вниз! Куда? Твою мать, застрял! Понятно. Застрял! Пацаны, это все бездорожье ваше, не хотел я по нему гонять. Хотя гонку уже я придумал. Да, блин, это я говорил, машину пачкать не хочу. Ну все, уже поздно. Альфа там с кем-то прощается, хотя... Тут мост аккуратно, главное в него попасть! Какой мост? Серьезно? О, нифига. А, ну нормально такой мостик-то. Офигеть. А кто впереди всех гонит? Йо, Леха. Леха, что ли? Да, Алексей. Леха, Алексей, великий гонщик. А куда тут поворот? А я вот направо свернул сразу. Я видел. А вы че? Подождите, минус я. Минус я, походу. Забайтили. Давай, жми. Родная, дорога. Родной Nissan Skyline, я верю в тебя, ты лучшая машина в моей жизни, самая запоминающаяся. Когда я был маленьким, я обещал, что такую куплю, и вот я ее купил. В Закрю 2 теперь, а не в NFS Underground 2. Пора, 2003 год догоняет тебя. Вы куда на километр от меня угнали, блин, стойте. Меня догоняют кто-то. Я ударился, спасибо. Подожди, а меня как занесло. А как тебе 400 км написано? Ой, 7 метров. Ой. Пацаны, я немного читал заезжаю, потому что я поворот пропустил и реально... Давай, после... жми, родной Skyline, я верю в тебя. Ставки ставлю на тебя просто. А прямая дорога, что ли, у нас? Да, тупо прямая, здесь, я тебе говорю, это гонка была на ошибку. Гонка на... Блин, Лёха, сдал об этой ошибке, походу, и поэтому мы запылились. Еще немножко, еще немножко. 500 уже остался разрыв у меня. Короче, я так... Вы едете со скоростью моего самолета, лол. У тебя самолет особо ничем тебе не поможет. 300? Да. Метров, 200. Подожди меня. Вылетаю с дороги, первая позиция. Сегодня первая гонка, которая выигрывает Nissan Skyline, была гонка по прямой. Но ведь это драккар. Это же реально драккар, по сути. Да, да. Это была гонка вообще на внимательность в большей степени, потому что лично я пропустил поворот, и поэтому поехал за последний, запылился гонку. Реально, немножко схитрил, потому что сразу резко вправо. Ой, да что сразу схитрил-то, нормально все. Хотя, у нас гонка бездорожья была, поэтому чуть-чуть. Да, поэтому все считалось. У нас гонка была до трассы, а потом по прямой. Все, я в ней верю, без вариантов, победители не судят. Но мы взяли себе скоростные катеры ради гоночки, которая у нас с вами, давайте вот остановимся, я покажу просто. Гонка, кто первый выберется в открытый океан, ну что, пацаны, сейчас я подплыву к вам поближе и мы начнем. Погнали, да? Готовы? Да, я думаю, да, я вообще готов. Давайте такой же отсчет дадим, раз, два, три, погнали! Как она рвет! Ваши пасти! Как она рвет просто! Давай, сейчас я пукну, и все будет идеально, давай. Пацаны, поворачивайте влево, тут надо повернуть. Не, влево не надо поворачивать. Пацаны, там вправо надо, брат, там вправо надо, он у нас байте, давай. А там вправо нет поворота, там только прямо и налево. Давай, жми, родная лодочка. Вау! Альфа подскочил. Кто там сзади, кто там? А, Альфа сзади, Лёха. Давай, я хочу первый выбраться в океан. Не, брат, тебе повезло только на бездорожье, а тут тебе не повезет, тут вода, брат, это моя стихия. Почему она твоя? Ну я, в принципе, одну гонку выиграл, мне более-менее нормально. Я сегодня... Почему это твоя? На мель сел! Все сели на мель! Я не сел, я грамотно. Твою мать! Я делаю такие же ошибки, как мои оппоненты, хотя мог ими воспользоваться. Но зачем я так делаю? На мель не сел, я уже, мне кажется, вижу океан. Я тоже вижу океан, тупо прямо ехать. Надо догонять. Там есть какие-то серпантины впереди, пацаны. Сейчас будет весело, сейчас будет мясо. Да, там есть серпантины. Почему меня тормозит, когда я дизарю пакет ловлю? Не знаю. Это водный пакет, это не воздушный пакет. Так пофиг, какой. Давай, я совсем рядом с вами, Брызги, сопротивление, все дела, короче, я. Меня тянет. А он еще говорил, не прокачан у него катер. Ах ты его дело. Ой, меня тоже вода сбрасывает. Так в смысле, у меня не прокачан, у меня стандартный катер. Конечно. Так в смысле, я покажу, ребята. Леха, пошел нахер. Я покажу. Маленькая. Брызги, как? Камни! Камни разбился! Куда? Пацаны, это открытый океан! Ебой!
Я думал, я монитор запривал, а тут, короче, это брызги. Самая лютая гонка сегодня, которая только была, мне кажется. Ой, давайте еще раз на лодочках. Я хочу реванш. Кто-то говорил, что мне это не прокачано. Я хочу реванш. Ну, блин, это было очень красиво, это было очень бодро. А давай в обратную сторону, давай вот прямо отсюда в обратную. Да не, в обратную неинтересно, но мы ловим с вами классный, красивейший закат. И сейчас мы выберем немножко другую трассу и с нее тоже прогонимся. Пацаны, готовы? Гонка на миллион! Сейчас финальная гонка сегодняшней нашей серии, которая решит 20 просто... 20 километров! 20 километров! Решит все! Давайте, пацаны, на счет 3, готовы? Давай. Два. Погнали! Кто первый доберется до белых гор, тот и побеждает. Мы сейчас едем вокруг Манхэттена ночью, очень красиво, очень антуражно. А я невероятно круто. Так. Я куда-то поехал. Так, ты решил так поехать, да? Я взял другую дорогу немного. Ага, ты решил срезать, что ли? Я не понял, Дизари. Где хитрая идея? Да, да, да. А я уже вас обогнал почти. Альфа, нифига жмешь? Альфа! Чё делаешь? Блин, чёрт! В туннеле самолет взял, ты идиот! Я решил взять поэтично сделать. Как это красиво выглядит, пацаны! Просто вот почувствует андеграунд 1, андеграунд 2, все в этом прямо сейчас, в этом ночном городе, прямо здесь сконцентрировалось. Вся магия, весь антураж, а вся. Вы где едете? Вся красота. Я еду слишком рад. Рядом, а, чтобы Лёха! Обогнать тебя. Давайте, пацаны, я буду. Как мне нравится перестраиваться здесь, как же мне чертовски это прикалывает. А ты попробуй от первого лица прокатиться. От первого не хочу. А я от первого еду, нормально так. I believe I can fly. А перестраиваться от третьего проще, извини. Говори, ты так лучше чувствую машины. Вау! Что творишь? ДТП, вызывай ГИБДД. Почему я вас догнать не могу никак? Бортанул меня. Реально очень быстро. У нас тех идет война идет. 16 километров, тем временем остается. Других 8 же, нет? 16? Почему мне 16? А мне 8, ты куда-то, у тебя какие-то приколы свои. Ах, такси, ну да, зачем? Такси просто поворачивает направо из среднего ряда, блядь. Разве так в Нью-Йорке ездят? Извините, я правила дорожного движения не знаю, американские, но вот вряд ли они там ездят так. Ну вот вряд ли они, сука, со среднего ряда поворачивают направо. Они все делают, брат, это же американцы. Так, 14 километров, 14. Давай. У меня вообще 7 километров написано. У меня 6. Вообще? Да, конечно, вы на самолетах, наверное, будете летать. Нет. Может быть, как же красиво тут! Самый лучший город Зеклю, как мне кажется. Особенно ночью. На скайлайне. Еще бы не такая игра картонная бы была, еще бы немного звуков хороших этой игре. Вы очень жесткий. А у нас альфа разрыв 6. Подожди, это не альфа. С Лехой полкилометра разрыв, Лех, ты где там? Я еду, я не знаю, как ты так отделился от меня очень быстро. Так ты такси словил, как маслину просто, и все. Хотя мы по той же траектории едем. Да. Сколько 400. Километров написано? 4. А, у меня 4, а знаете, на радаре внизу справа, короче, 1. У меня на радаре внизу справа вообще 74. А, ну ладно. Много там. Так, Дизари какую-то ошибку допустил, слишком быстро, мы сближаемся. Давай. Лёх, мне пофиг, я в лес поехал, короче. Я тут сокращаю. Ладно. А, он тоже сокращает, ты. Сокращайте. Поставился! Нет, за самбо! За самбо гоню! Давай. Дизари, останови свою колымагу! Давай! Дрифт тебе, пацаны, красиво! Дрифт, лайк за дрифт, пацаны, лайк за дрифт! У нас, так себе. А дрифт нормально? У нас меньше 50 метров, как мне кажется. Ой, мама. Вот сейчас очень много. 100, он быстро рванул как-то. А чё все, короче, едут в город, прям такая... Плотный трафик! Гони! Ладно, как допустил ошибку! Я тоже допустил! Пипидастер! А ты подожди, это не ты был! Лёха, ты тачку обогнал, подумал, что это я был! Прикол! А, Франк насловил на белом тот же! Альфа, ты как далеко от нас? Я вообще... Я в какой-то сетке оказался! Круто! Где я оказался? У меня КМ мало. А, я доехал, пацаны. КМ? Как он доехал? В смысле доехал? Я доехал, пацаны, я сокращал путь. Он сокращал путь? Да. Я не буду смотреть, мне кажется, он батит, чтобы мы карту открыли, остановились. Ну, да чекни, я тебе отвечаю, брат. Он реально на метке где-то стоит, там близко очень.
Ну ты шо, лавандос, пиндос, ты как-то... Ну это может это эффект самолета? А, Лёха, тут главное разогнаться, Лёха, главное разогнаться. Какой самолет, брат, самолет это просто... И пропустить мост. Давай, жми, 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 жми. Финишировать, ждать вас. Ты как GTA скилл-тест играешь, финишировать, да? Да, не финишировать. А, дизайнер даже допускает на какую курьезнейшую ошибку. Съезжает с трассы. Я хотел тебя, знаешь, задеть еще в конце, типа, ладно, сам допустил ошибку. Опа-опа, как я уворачиваюсь. Опа-опа, танцуй, тетя, а-тетя. А-тетя-тетя-тетя, а-тетя. А я доехал, да? Я походу доехал. Красиво, в рассвет уже приехали, пацаны мы. Серьезно? Леха, пока. Тут такое серпантинище. В рассвет прямо красиво подъехали. Йо, я под... Дизари, что творишь? Там что на дороге делать? Нет! Нельзя! Фу, позорник. Я с вами, пацаны, я с вами. Тогда давайте макаками будем. Фу, позорник. Пута лесная! Победители не судят, сори, братан! Не прощаем мы таких! Лёха, 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 у меня идея для тебя, нажми на двоечку! Брат, не надо, на двоечку. Нельзя, плохая идея, плохая идея, мы гоняем на машинах! Ну да. Смотри, смотри, это будет тебе ответочка! Сторона... Дизайн! Давай, 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 давай! Как папа такой, иди дай я! Ай, дизайн! Ааа, камни! Камни, 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 камни! Щет, щет! А, камни, рядом, в натуре камни, вы чё? Слишком много камней! Летит, сверху с гор летит! Лёха, ты чё обогнал? Я думал, ты... Давай, жми! Лёха, я на лошадь еду! Едешь? А, Лёха, Лёха! Газ жми, лошара, потому что я тебя обгоняю! Да! Встречка, встречка! Я выиграл, меня не волнует! Не выиграл ты, точка еще! Сука ты! Как ты меня выкрутил! Козел! Красавчик, брат! Какое второе? Почему второе? Мы на машинах, вот единственные. Козел! Козел, у меня просто невероятный накал страсти мы, ребят, сегодня вам показали в Закрю 2 вместе с Альфой, Дизари, конечно же, с Таксом. Подписывайтесь на наши каналы, все ссылки в описании. Предлагайте свои идеи по гонкам, по машинам, по всему, что вам интересно в Закрю 2. Мы обязательно реализуем. До скорых встреч, пока. Езда! До скорого, друзья!